Переходить от слов к делу призвал губернатор своих подчиненных на очередном заседании правительства. Обсуждали на этот раз меры по повышению эффективности обращения с твердыми бытовыми отходами. Ситуацией Павел Коньков недоволен. Кто-то определенно в команде недорабатывает, судя по жалобам жителей. Поток жалоб не ослабевает. То есть ряд наших граждан организаций, скажем, считает, что у нас на улице Станкостроителей в Иванове организованная свалка. Идут постоянно жалобы из Фурманова, из Вичевского района. Вон, в Пучевском районе, по-моему, свалка, она специально как факел, не знаю в честь чего, горит почти непрерывно по этому поводу. Есть в регионе долгосрочная целевая программа по обращению с отходами на 2012-2020 годы. И все ее мероприятия планировалось осуществить за счет инвесторов. Например, за 2012-2014 год перейти от мелких муниципальных свалок к небольшому количеству крупных межмуниципальных полигонов. Удалось создать такие полигоны только в Шуйском и Кинешемском районах. Инвесторам было вложено порядка 200 миллионов рублей. Средства направлены на модернизацию процесса сбора и вывоза мусора с улиц городов Шуи, Кинешмы, Комсомольска. Закуплены современные автомобили и контейнеры для сбора и вывоза мусора. Построен полигон в Кинешемском муниципальном районе. Организована мусороперегрузочная станция в городе Фурманов. Часть средств направлена на ремонт контейнерных площадок и ремонтно-восстановительные работы на действующих полигонах ТБО. Дорого и непривлекательно для инвестора. Запланированные показатели программы не достигнуты. Что уж говорить о планах на 2015-2020 годы. Там речь идет о строительстве трех крупных мусороперерабатывающих производств. Конечно, мы не построим сегодня мусороперерабатывающий завод с утилизацией тепла. Потому что для Иванова нужен завод стоимостью примерно 200 миллионов евро. Помножьте на сегодняшний курс. Мечтать, наверное, об этом, если не будет какой-то серьезной федеральной программы, не приходится. Завод мусоросортировочный в этом году в областном центре все же появится. Отходы будут распределять на пластик, бумагу, полимеры, упаковку из алюминия. Изготовлена проектно-сметная документация. К настоящему времени она передана на строительную экспертизу. Строительно-монтажные работы начнутся после прохождения экспертизы, получения разрешения на строительство, то есть во второй половине августа, вот сейчас, скоро. И ориентировочный срок окончания строительства завода, по нашим подсчетам, до декабря 2015 года, то есть порядка 3-4 месяца. Со следующего года субъекты Российской Федерации наделяются новыми полномочиями в вопросе обращения с отходами. Сюда входит и разработка региональной программы. В ее основе – схема санитарной очистки территорий. Большинство муниципалитетов мониторинг провели и информацию предоставили. Павел Алексеевич, я уже обратил внимание, что треть всех отходов у нас образуется как раз на территории областного центра. И самый большой объем отходов идет именно отсюда. То есть Хохлов во всем виноват. Алексей Алексеевич, слышите? Павел Коньков призвал глав муниципальных образований лично следить за ситуацией с отходами на своей территории. Чисто там, где есть добросовестный хозяин. И количество мусора – наглядный показатель работы чиновников на местах. Глава Ивановской мэрии Алексей Хохлов пообещал, что схема очистки территории будет разработана и предоставлена в департамент ЖКХ до конца этого года. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.